Всем привет! Сегодня мы сделаем с вами вот такую чудесную сову. Итак, давайте приступим. Для этого нам понадобится шар 12 дюймов. Я выбрала мятный цвет. Одна штука. Шары 5 дюймов круглые. 2 штучки белые, 2 штучки розовые. 4 штуки шары для моделирования 260 розового цвета. И 2 штуки желтого цвета 160. Также нам понадобятся ножницы, маркер, насос, завязочка одна и уже подготовленные вырезанные глазки. Приступаем. Берем нашу завязочку, на конце делаем узелочек, отрезаем. Берем 12 шар. Бросаем наш узелочек вовнутрь и с другой стороны на конце передвигаем на серединку шара, завязываем вокруг узелка узелочек. Все, теперь раздуваем шар на 15 качков. Завязали узел. Теперь берем наши пятерочки. Белые раздуваем на один полный качок. Связываем вместе. И розовые. Их делаем немножко меньше размером, чем белые, чтобы сзади их не было видно. Также завязали вместе. Соединяем. Перекрутили. Теперь берем хвостики и связываемся с круглым шаром. Раздуваем 260 шар, розовый. На конце оставляем на 4 пальчика, завязываем узел. Подвязываемся к глазкам. Подвязались. Теперь будем обнимать наш круглый шар. Сначала делаем небольшой пузырь. Перекручиваем примерно там, где у нас будут крылья. Перекрутили. Это получается где-то на 6-7 пальчиков. Перекрутили. Теперь дальше натягиваем, обнимаем шар. Также перекручиваем вместе, где у нас будут ножки. Смотрим до серединки. У нас здесь остается на 4 пальчика. Делаем на 4 пальчика пузырь. Прикладываем и завязываем нашей завязкой. И с другой стороны проделываем то же самое. Перекручиваем и с круглым шаром также перекрутили. Вот так у вас должно получиться. Теперь с нашего остаточка мы обнимаем один глаз. Немножко смягчим. Давайте надуем сразу следующий шар, подвяжемся, чтобы потом этого не делать.
также на 4. Завязываем узелок и к остаточку хвостиками подвязываем. Так будет нам удобнее. Все. Теперь обнимаем глазик, перекручиваем. Теперь таким же образом второй глаз. Также отмерили нужный пузырь, чтобы глаз полностью облегал. Перекрутили. И вокруг круглого также перекруточки. Здесь поправили вот таким образом. Теперь с нашего остаточка мы делаем 2 петли. Примерно размер у нас будет на 8 пальчиков. Одну петлю и со второго остаточка также у нас получается вторая петелька. Перекрутили. Все. Вот так поправляем. Таким образом сзади выглядит. Таким образом впереди. Теперь делаем клювик. Берем желтый шар 160. Раздуваем его. Здесь нам надо совсем немножечко. Завязали. Делаем пузырь на 4 пальчика. Перекрутили. Второй пузырек будет на 3 пальчика. Перекрутили. Вместе соединили. Лишнее отрезали и завязали. Теперь наш клюв хвостиком просто обматываем по серединке. Вот таким образом. Верхний пузырек у нас больше, он будет вверху, нижний внизу. Теперь делаем ножки. Берем шар 160, делим его пополам, завязываем узел, раздуваем. На конце оставили хвостик на 4 пальчика, завязываем узелок. Делаем небольшой пузырек на 2 пальчика, перекручиваем и скручиваем в ушко. Теперь делаем петли на 3 пальчика. Одна петля, вторая и третья. Лишнее срезаем, завязываем узел и несколько раз перекручиваем. Это будет у нас ножка. Маленьким пузырем подвязываемся вместо перекрутки. Ножки вперед. Пузыречек у нас будет вот так посередине. И делаем вторую ножку. Раздуваем вторую половинку. И проделываем то же самое.
Все, установили наши ножки. Теперь делаем крылышки. Раздуваем 260-й шар. На конце оставляем на 6 пальчиков. Завязываем узелок. Делаем пузырек на 2 пальчика. Перекручиваем в ушко. И еще один пузырек перекрутили. Теперь делаем первую петлю на 4 пальчика. Перекрутили. Следующий пузырь на 2 пальца. Следующий также на 2. Перекручиваем в ушко. Следующая петля у нас должна быть больше, чем предыдущая. На 2 пальца примерно. Перекрутили. Также отступаем пузырек 2 пальца. Следующий пузырек 2 пальца. Перекручиваем в ушко. И последняя у нас петля, самая большая. Еще плюс 2 пальца. Лишнее мы срезаем. Завязываем на конце узел и обматываем вокруг пузыря. Второе крыло мы делаем таким же образом. Все, теперь наши крылышки мы соединяем с туловищем. Берем пузыри, обматываем вокруг аккуратно и оставляем 2 пузыря сзади. Крылышко вперед сюда продвигаем. И с другой стороны таким же образом. Вот так. Теперь остается нам наклеить глазки. Приклеиваем с одной стороны, с другой стороны делаем наполовину надрез и прикладываем. И второй глаз. Дорисовываем реснички.
остается сделать перья. Все, все поправим. Завязочку мы эту сделали для того, чтобы было удобно куда-нибудь прицепить. Если она вам не нужна, вы можете завязочку просто спрятать, либо обрезать. Вот такая красота у нас получилась. Экспериментируйте с цветами, очень шикарно смотрится. Пробуйте, у вас все получится. Итак, на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, если вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.